Чтобы воспитывать ребенка, необходимо его знать во всех отношениях. Изучением ребенка занимаются многие науки, такие как педагогика, психология, анатомия, физиология, особенно возрастная физиология, гигиена, педиатрия. В последние годы сложились особые отрасли тех наук, которые посвятили себя изучению детства. Причем отрасли эти исключительно быстро развиваются. Родителям, да и всем, кто занят воспитанием детей, знакомство в разной степени с фактами и выводами, полученными этими науками, конечно, очень важно. Но если отец и мать, даже располагающие, скажем, всеми необходимыми сведениями об уходе за младенцем, остаются лишь помощниками специалиста, педиатра, призванного следить за состоянием здоровья ребенка, то в отношении развития личности ребенка, его психики и сознания дело обстоит иначе. Воспитательные задачи приходится решать изо дня в день и самим. И, безусловно, тесная связь семьи с детскими дошкольными учреждениями помогает правильно решать эти задачи. Конечно, воспитание может помочь конкретный совет специалистов, но все-таки рецепта здесь никто не выпишет. Вот почему одна из наук, изучающая ребенка, а именно детская психология, представляет для тех, кто воспитывает детей, особый интерес. Ушинский писал: «Если педагогика хочет воспитывать человека во всех отношениях, то она должна прежде всего узнать его тоже во всех отношениях. Родители должны не просто знать что-то о ребенке с чужих слов. Пусть слова эти и будут мудрыми, не просто поступать по науке, но изучать ребенка изо дня в день. Родители – постоянные исследователи своих детей, даже если они и не всегда отдают себе в этом отчет. Но как исследовать и какими же методами? Не следует ли поучиться у детской психологии ее методам? Не стоит чрезмерно онаучивать воспитание. Малыш останется вашим малышом, и вы никогда не сможете занять позицию вполне объективного наблюдателя. По отношению к детям это нередко с трудом удается и посторонним научным работникам. Как не утешить плачущего малыша, даже если твоя задача – изучать его эмоциональные реакции? Но представление о тех методах, которыми пользуется детская психология, иметь не бесполезно. Прежде всего, это укрепит ваше доверие к тем выводам, рекомендациям, которые дает наука. Быть может, это побудит вас самих более последовательным и разносторонним наблюдением за ребенком. И еще предостережет от необдуманных и поспешных экспериментов в воспитании.